Улица Ленинградская, 15 этаж, более 40 метров над землей. Именно из этой квартиры поздним вечером оренбурженка угрожала скинуть своего ребенка. Местные жители стали свидетелями операции по предотвращению непоправимого. Вечером где-то спасатели увидел где-то 9:30, вроде подушку. И все. Вчера очень много было всяких служб вызвано в дом. Пожарные, две машины, Росгвардия, две скорой помощи. В общем, все службы были задействованы. Вот и девушка, женщина с ребенком, как говорят соседи, закрылась, забаррикадировала вход. И не пускала, видимо, мужа, может, конфликт какой-то был. По данным спасателей, все началось еще засветло. В 5:00 вечера психологи уже работали на месте. Уговаривали оренбурженку открыть дверь и впустить их. Однако женщина не шла на контакты и грозила причинить вред малышу. В отдел полиции обратился 28-летний местный житель с заявлением в отношении своей супруги, с которой они воспитывают двоих малолетних детей. Во время написания заявления мужчине на сотовый телефон пришло видеосообщение от супруги, которая находилась на подоконнике и угрожала покончить жизнь самоубийством. На место незамедлительно были направлены оперативные службы. Изначально предполагалось, что в квартире находятся двое детей, но позже выяснилось, что старший ребенок был у родственников. Лишь около 10 вечера женщина пошла на уговор специалистов и согласилась открыть дверь квартиры. Предполагаемая причина случившегося – семейный конфликт между супругами. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства непростой ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Татьяна Штылер, Анна Втюрина, Игорь Бероев. Новости дня.